тебя скучали! Всем привет! Это Сергей, вы на канале Old School Gamer. Сыграем в потасовку. Я уже посмотрел, не удержался. Один бой выиграл, получил пак. Суть в том, что создаем любую колоду, а сила героя у нас меняется на силу героя от какого-нибудь босса из Черной горы. И каждый раз, как мы используем силу героя, она меняется на какую-то другую, также случайную из списка. Ну, их там в районе 10, мне кажется, много разных. Довольно интересно. Я создал банальнейшую колоду мага. Давайте за нее и поиграем. Несколько боев еще посмотрим. В принципе, забавно вот эти силы героя, многого вносят. Просто фишка в том, что когда используешь силу героя, она меняется на другую силу героя, и другая сила героя, ее снова можно использовать. То есть на 10 маны можно 5 раз подряд применить какую-то способность одного из боссов. Ну, вопрос в другом, что тут очень сильный рандом, есть плохие способности, есть хорошие. Совсем плохих нет, то есть ничто отрицательно не влияет, но сравнить 1-1 с провокацией и 5-5 совершенно, понятно, разные по уровню существа. Так, оставим ученицу чародея и портал. Против нас друид. И вот нам пришла самая убогая как раз сила героя. Призывает на поле боя зрителя 1-1 с способностью провокация. У друида же активация активирует случайного трона. Там их 4, что ли, разных может быть. Ну, давайте ученицу сыграем. У нее 3 атаки, может пригодиться. Против его тронов. О, ему пришел мощный, но зато у меня теперь все заклинания дешево стоят, что хорошо. Можно это как-то и использовать. Ну, давайте призовем тогда случайного трона. И на следующий ход мы можем на поле поджигателя послушника 3-3, уже получше. Давайте портал. О, стражница света, давайте. Ну и как лучше поступить-то дальше, даже не знаю. У него что? Призывает 2 костяных создания. Блин, ну даже не знаю. Эх, медиу потратить? Интересно. Вроде особо и тратить-то его не на что. А, ну вариант на самом деле, смотрите, давайте превратим стражницу в вепря. И сделаем эхо медива. Вот вепрь, 3 маны стоит, нормально. И будем в лицо пробивать. Вот есть провокация, 1-1 на всякий тайный случай. Он через силу героя пошел. Нормально. Эфириал чародея секретов мне не пришло пока. Тут, походу, лучший вариант это мажордома вызвать. И на следующий ход у нас будет уничтожить случайное существо противника. Неплохо. Неплохо. Я бы на тебя поставил. Поставим там провокацию, а у него что? Истребление. Здоровье всех существ становится равно одному. Давайте вот этого тоже превратим. Угу. И 3 дракончика. Блин, ну тут было бы хорошо какое-нибудь. Что-нибудь флеймстрайкообразное. Угу. Пришел секрет, но не получится сыграть на этом ходу. Я крушить. Случайное существо. Ну, смысла не вижу вообще тратить это сейчас на слабых существ. Давайте бойца из Долорана сыграю.
Отравленное облако наносит одну единицу всем существам противника. Как видите, уже, да, много разных вариантов. Угу. И две жижи еще он слизи призвал. И у него теперь опять в один сделать здоровье. Ну, плохо, плохо. Лишь пятый ход. Давайте сыграем поджигателя и ученицу. В принципе, если не использовать заклинание, он должен все существа на это потратить. Хотя да, у него еще же единицу здоровья уменьшить, что плохо. Я свободна от проклятия. Ух ты. Он сейчас два раза сможет колдануть. И опять дракончики. Очень плохо, очень плохо. О, снежная буря. Вот это хорошо. Единственное, что он сейчас сможет 6 раз использовать силу героя. Это плохо. Кстати, озерная дева, я не подумал. Хороша же в этой колоде, да, любые вообще... Эти существа, что по несколько раз дают. Я тебя вижу. Блин, а мне пришел сраный чаромет. Тут хотя нормально, вот это. Блин, ну нет, самое плохое она убила. Теперь у нас кладет на поле боя по одному существу из каждой колоды. Но это ужасно. Ну хотя нет, более-менее, более-менее. И второй раз то же самое на следующий ход можно сделать. Хм. Что-то не приходит ни фаербола, ничего такое, чтобы в лицо покидать. По крайней мере, силы героя нету больше у него родной классовой, чтобы получать одну единицу брони. Звездопад. В принципе, я адским пламенем у него все же убиваю, да? Сейчас он костяных еще призовет. Вот, да. Сейчас без вариантов, адское пламя, у него все умерли. Ну и давайте, наверное, кого? Эфириала сейчас призвать? В конце хода. Или разыграть секретов, или... выкладывать. Плохая способность, не стоит ее сейчас применять. Давайте раздвоенку. Зеркальное отражение. Блин, у него 10 карт, и он все равно силой героя собирается продолжать. Как мне нанести? О, это хорошо. Пять-два тут было бы лучше, конечно. Фаербол. Фаербол. Посмотрим, что положит кому. И я победил. Ну, прикольно, да. Реально, силы героя интересные. Еще разок давайте сыграем.
хорошая потасовка, интересная. Главный ее плюс, я считаю, вот выпускали Наксрамос, Черную гору, где против боссов битвы. И сейчас игроки многие, да уверен, почти все, я в том числе, уже не играют, не заходят туда. Просто меньше месяца, ну месяц, как эти выходили, кварталы в свое время поиграли и закончилось на этом. И вот теперь в потасовках оттуда используют всякие ассеты, карты, новые способности, которых в других режимах игры нету. И на удивление, вот эта потасовка чуть ли не лучшая потасовка из тех, где дают собрать собственную колоду. Потому что какую колоду не создашь, а сила героя очень сильно влияет. Оп, у меня бесплатные заклинания. Ну, не бесплатные, на 3 дешевле. Эдрик чистый, неплохо. Потянем карты. Секрет сыграем. Ну что, в руку возвратим, наверное. Стальное тратить пока не буду. На 3 маны. Вот он с монеткой может походить. На монетку же он потратил, чтобы ему уже сыграть. На следующий ход, может, походит. Конечно, это потенциал для какой-нибудь крутой комбы. Давайте сыграем поджигателя пока. Кого нам даст Эфиджи? О, неплохо, неплохо. Ну, давайте призовем. О, еще можно. Ну, давайте пока, да. У него 4 маны, только не будет еще Холи Новы. Так что есть шанс. Ну и, соответственно, все бои этой потасовки проходят на одной и той же вот этой огненной арене Черной горы. О, лодки бы хорошо, что он потерял. Я, кстати, сейчас могу эхом Медивы просто всю руку себе наполнить. Тут у меня призывает на поле боя поджигателя-послушника. Ну, давайте подумаем. Давайте-то призовем этого. И пойдем по лицу пробивать. Теперь Холи Нова уже нас не страшит. Нормально держимся. Эхо Медиу вообще может изменить прям ход игры. Ну да, он постоянно ходит с силой героя. Что у него за карты такие голимые? Превращение. Что нам дадут? Mind Control, шикарно. Сколько у меня карт? 8. Ну не, Эхо Медива мне сейчас это все попортит. Как бы лучше сыграть, даже не знаю. Давайте в лицо лучше всеми силами.
Оп, карта у него сейчас сгорит. О, нормально, прикольно. Порождение света сгорело, отлично. Он просто только в силу героя пошел. Давай третий раз. Чё карты тратить действительно? А, и такой еще в лицо пошел. Ну ты, конечно, дурачок. Это что? Уничтожает случайно существо противника. Никаких флеймстрайков мне, конечно, не пришло. И у меня почти литл. Был бы литл, если бы не было провокации. Могу ли я как-то убить провокацию на этом ходу? Я же могу с кабаном и без этого обойтись. Бам! Вот третья победа подряд. В этом режиме хорошо у меня все получается. Давайте еще боек один сыграем. Надеюсь, тоже будет победный. Гаврош. Не стоило напрашиваться. Мне нормально так по кривой зашло, так и оставлю. И вот Flame Strike сразу у нас пришел. Уже уверенно себя чувствую. Он, конечно, сделал мне бесполезным мою способность. Я мечтаю быть похожей на тебя. Ну ладно, посмотрим, посмотрим. Сейчас у меня может кого-то вернуть и кого-то убить. Ну это он мне за одну ману вернул, вообще как-то не страшно. Другой вопрос, хочу ли я сейчас рвануть по темпу или взять лучше карт? Давайте сыграем чаромета. Конечно, он ему даст заклинание. О, ну мне хорошо украденные мысли зашли, вообще отлично. А ему пришел призыв в бой. Ну, офигеть. Как сыграем мы? Как сыграем мы? Надо подчищать стол, конечно. Давайте сыграем монозмея и поджигателя. Убьем одного чувачка. Он тоже через силу героя играть решил. Прям как в прошлом бою. Так что, скорее всего, опять я победю на этот раз этого воина. Давайте украдем мысли.
не давать нестабильный портал. Неруб-душитель не очень хорош, но за одну ману вполне. Животик Бобо. Давайте уменьшим ему здоровье. Заморозим, что ли, героя? Или как лучше поступить-то, даже не знаю. Надсмотрщика. Давайте надсмотрщиком убьем. А это вернем ему в руку. Чтоб у него карта сгорела сейчас. Мощный удар щитом. Ну так себе, так себе. Вообще не жалко. Давай, давай, жми дальше свою кнопку. У меня флеймстрайк со следующего хода. Молодец, и слизь сыграл. Ну ты красавчик, чувак, вообще. О, чародейские стрелы ему дикая магия дала. А, ну вот это, конечно, не очень красиво получилось. Снежная буря нет. Давайте пульнем ему в лицо. Блок щитом сделаем. К стены прислужники пусть придут. И убьем эту хрень. Оружие, если у него есть, он ударить не сможет. Пусть силы героя тыщет. Вот это вообще абсолютно бесполезно. Придется те карты играть, воин, придется. Доктор Бум, ну хороший, хороший вариант. А что будем делать мы? Давайте откроем ворота. Дикая магия, неплохо. Есть ли у меня летал? Нет, летала нету. Летала. Одного не хватает, да? Хотя, ну не знаю, давайте пробьем в лицо. Я готова. Почему одного-то не хватало, я не понимаю. Ну и что сделать дальше, призвать Неруба или еще дракончика? Давайте еще дракончиков. В любом случае, если он не вылечится, что вряд ли. У меня тут фаербол есть, ледяная стрела есть. Ну все, он уже от безысходности. Провокация, но это тебе не поможет. Так. И доктор Бумом одного еще надо тебе убить. Давайте, мана змей, снежная буря. И еще дракончиков. Берет карту и получает кристалл маны. Вот мне жатва мне первый раз досталась. У врага за эти бои видел, у меня вот первый раз. О, защитница, 5 брони. Ну все, цепляется, цепляется. Тебе надо убить, а. Так. Ну вот опять победили.
Еще разок, еще пятую победу, давайте. Мне в целом нравится прикольный режим. Конечно, в потасовках не хватает немного вот этого соревновательной части. Как ты играешь, ну просто ради удовольствия, и думаешь, ну вот 5 боев сыграл, а смысл играть дальше? Вроде бы и нравится, но это просто потеря времени. А профита никакого. Если бы они как-то завязали бы награды, чем больше выиграешь, тем лучше получишь. Или как-то к рейтингу... рейтинговой игры тоже было бы привязана потасовка. Было бы интереснее, на мой взгляд. Ну, Blizzard на такое не пойдет, они какие-то консерваторы. Не очень хорошая стартовая рука, и вот сходу жатва. Блин, жалко нет монетки, жалко я первый хожу. Это было бы круто, опередить на кристалл сразу. Кого ему дадут? Это он, который наносит всем по единице урона, что ли? Да. Давайте тогда. Пока что. Куча мала. Нафига у него в колоде древний дозорный? Нафига? Нафига, чувак? Блин, и секретов нету еще, плохо. Вот секретов что нет. Ну, давайте убьем этого. И элементаля. Коготь. И снова куча мала. Эх, чаромет. Заклинание, конечно, потерял, конечно, обидно. Я мечтаю быть похожей на тебя. Становится жарко. Блин. Так, это мы морозим. Эту штуку убить бы, конечно. Через вепрь единственный вариант. Не знаю, кого метателя. Давайте метателя. Так, размах. Ну, нормально, не страшно, не страшно. И второй чаромет мне также пришел. Ну, давайте эхом его вернем. И убьем ученого. Алхимика, точнее. Как мне нанести удар? В защиту пошел. Я слушу повелителю огня. Стреляй. О, все. Ну вот так все просто, да. Ни разу не проиграл вообще за 6 боев. 5 вот боев подряд. За 5 боев, да, не за 6. Ну, прикольный режим, мне понравился. Рекомендую, еще 11 часов осталось. Поиграйте. На этом все. С вами был Сергей. До скорых встреч.